имеется в виду наши местные. Именно вот с такими розочками, да, цветочками. Вот такие квадратные формы-то. А вот это мужская тюбетейка? Это мужская. А почему мужская? Тюбетейка. Женщины не носили такие тюбетейки? Женщины носили, но вот муж у нас вот. Они маленькие не такие были. Они сзади тряпочкой вот так вот. И под платок носили. Под платок. Под платок. А у нас есть платок. А? Мы сейчас это померяем. У нас есть платок французский. Да. Я, наверное, начну, откуда это платье появилось. Да. Это, наверное, конец 90-х или, может, начало 2000-х. Да? К нам приезжала экспедиция. И мы ездили по татарским деревням Минского района. Приехали в деревню Барсаи. И в сундуке у одной бабушки нашли вот это платье. Ну, что я могу сказать про платье? Если оно было рабочее, тут не было бы вышивки, потому что рабочее платье, оно носится повседневно, а тут все-таки оно платье праздничное. Видите, какая вышивка, да? Там вышивка, там он идет. И женщины одевали, ну, шили своими руками и украшали свое платье для выхода в праздники или такие праздничные дни. А как вы думаете, сколько этому платью лет? Ну, я так предполагаю, наверное, это где-то 50-е, может, 40-е, 50-е. Послевоенное, да? Послевоенное. А, это домотканное, получается, полотно? Или это уже все-таки магазинное? Нет, это магазинное полотно. Но вот это же вручную, да, по-моему? Нет, это уже машина. Это типа сатин. Машинная строчка уже, да? Да, грубоватая, конечно. Ну, знаете, ведь что раньше дефицит был, ткани-то особо-то не было. Если самотканное, оно длинное было бы. Да, это и покупка даже покупаю. В поисках сколько ездили, даже фартуки не можем найти, самотканные не можем найти. Ну, решили восстановить, в этом году мы шили фартуки из таких рушников, из тостымалов сделали. Ну, у нас есть задумка, мы начнем ткать, дай бог, конечно, начнем ткать такие фарточки пока. Скажите, а какого цвета платья были? То есть платья черные были, все или цветные? Или это для какого-то специального периода жизни, там, не знаю, для какого-то праздника? Почему именно черное? Ну, если это праздник? Вот однотонное. Это так, что везде вот я встречаю вот такие платья однотонные. Они есть черные, они есть темно-синие. Ну, особо яркие красные тоже не шили. Вышивка вот, да, действительно черный. Есть ли разница по районам? Можем ли сказать, что это платье конкретно из Минского района, судя по вышивке, там, по каким-то элементам, может быть, нет, наверное, не только для Минского района, для Пермского края, наверное, первого платья. А по возрастам, допустим, были какие-то особенности, то есть, например, что по цветам, по фасону, то есть, что вы можете сказать, что это там платье носила женщина примерно такого возраста? Мне кажется, шили стоечки, воротнички, чтобы тут закрыто все было. Вот потайное, как бы застежка потайная, да, и чтобы это муенца красиво смотрелось. Как называется это? Муенца, нагрудник. И обычно тут вышивки не было. Вышивка шла по подолу больше, по низу. А тут такое пространство оставалось, да, для украшений. Пользовались монеты, серебряные монеты, да, чтобы их соединить, вот эти соединительные вот эти штучки, не знаю, как они называются, использовали уже, как бы сами делали, готовые монетки вот делали. Остальное мастера сами вот это изготовляли, мужчины.
И они тоже были разные. То есть есть праздничные, есть более повседневные. Ну, повседневные это уж такие накупнички, наверное, не носили, потому что были тканевые с украшениями, да, прикрывали грудь. Эти праздничные, серебряные, вот такие серебряные. Ну, вот этот платок мне известен как французский платок, да. Наши бабушки носили вот такие, в сундуках у нас такие платки французские. А откуда такое название появилось, я почему-то никогда не задумывалась. Есть такой французский платок, он есть. А его тоже с какого-то определенного возраста носили? Или, в принципе, сейчас национально ну, молодые-то девушки, наверное, больше однотонные платки носили. Тут уже возраст есть. А вот как-то ведь специально платки татары одевают? Да. Вот можете рассказать, вот как они одевают, как одевается голова? Голова, значит, сначала колпак, как тюбетейку, да, может такой колпак. Может, выберем какой-нибудь? Давайте, вот зелененький. Да. А они все называются колпак. Они же разные формы. Вот так, да? У меня, конечно, зеркала нет. Я не вижу просто. Носили бабушки вот так, носили. Ой, красота вообще. Бабушки вот такие были. Поправьте меня. Вот так. И они прикрывали даже вот когда мужчины. Раньше ведь мужчина не должен был видеть лицо женщины. И так прикрывались вот так. Вот так прикрывались. Если мужчина в комнату заходит в дом, раз, прикрывает лицо. Или вот так даже вот так прикрывались бабушки. Ну, наверное, в условиях пандемии это снова стало актуально, да? Да? Пошел, прикрыл. Что помоложе, носили вот так. То есть мы за толку завязывали. А давайте мы сейчас Аню оденем. Вот Аню. Да. Вот. Аню-то сейчас, да. Аню. Вот, я даже не вижу, какая. Очень красиво. Зеркала нету. И вот так же. Как-то вот так. А это тоже праздничное получается? Да. Это я куда могла бы так пойти? Мы не могли. На Сабантуй пойти в таком виде, да. А на свадьбу? И на свадьбу можно сходить. А себе на свадьбу? Нет, там какой-то особый? Там, наверное, можно было даже на свадьбу, да, на свою. Свадебный костюм какой-то был особый? Особого такого не было. Ну, это традиционная, опять же, вышивка татарская, да, правильно? Да. То есть это именно ваша национальная? Это же... Разноцветная кожа, мозаика, да? Мозаика из разноцветной кожи. Сшивается все. Это очень сложно, во-первых. И я даже в Пермском крае таких мастеров не знаю. Но это каждая женщина носила? Или это какое-то было особое сословие? Конечно. То есть не у каждой женщины? Каждая женщина не могла себе позволить такую роскошь. Больше-то, наверное, женщины наши не такие узорные, просто кожаные, наверное, носили, и не на таких каблуках. Они обычно жалели ведь у них. На эти с галошами носили. С галошами. Это праздничные. Это праздничные, да.